Всем привет зрителям, подписчикам канала. Вы на канале Телемастер 222. В этом видеоролике покажу телевизоры Кварц. Омского телевизионного завод выпускал Кварц 61 ТС. Выпускался с 1988 года. И также где-то с 91 года начал выпускаться Кварц 51 ТС, там 310 ДП, там далее был 51 ТС 343, там ДП, ДИП, там с различными кинескопами. Этот уже как бы полного четвертого поколения соответствовал. Ну и также выпускались они с дистанционкой. Ну здесь у нас телевизоры простые, без дистанционного управления. Включим, посмотрим. Вот у нас кинескоп уже севший. Пятерки долго не доживали кинескопы и быстро они садились. Здесь у нас 51 ГК 2С, все что-то более-менее он живой, чем 61-я. Здесь по аналоговому сигналу идет. Ну, здесь надо первый под диапазон и настроить и выключать. Конечно, телевизоры достались в таком рабочем состоянии. Этот пользовались, пока аналоговый не отключили. Этот стоял, кстати, какое-то время. В гараже простоял, там дерево, там в кладовке простоял, у него привезли просто. Вот они поступили. Этот мне недавно поступил где-то. Около месяца назад. Это, по-моему, пораньше. Раньше поступил телевизор. Выпускались они от моего нахождения от меня 400 километров. Очень их много было тут. Телевизоров продано. Также еще был. Должны быть выпускать Кварц 42-й диаканал, там 42 ТС какой-то. Ну, скорее всего, был он 5-го поколения. У меня даже был корпус от него. Все блоки, ну, собрать так не собрал. И, по-моему, это все уже ушло. Утиль, как говорится, 42-й. И вот то ли опытная партия была. В интернете он нигде не упоминается. Кварц 42 ТС там шел он в пластмассовом корпусе. Уже с синтезатором был он. То, что у меня от него вся комплектация была.
Также сделаем внутренний обзорчик телевизоров. Рассмотрим комплектацию телевизора Quartz 61DP 310 или 310DP или там, не помню. Можно тут год 90-й, 11-й, ну это, наверное, скорее всего, в 91-м году, это, наверное, скорее всего, телевизор вышел уже. Возможно, собрали его, когда произвели. Здесь уже модуль светности MC31 декодером PAL. Также здесь еще комплектация развертки MS3 и MP3, 3 блок питания. Здесь у нас уже переходим к Quartz 51 TC 310 DP. Тоже так MC31 используется. Развертка уже MR403 и блок питания MP403. Вот еще у меня одна шасси отыскалась, тоже от Quartz. Здесь уже MC3, модуль светности, комплектация уже также NTF вход стоит, то и в этом стоит. Здесь уже установлены, знаете, уже люди устанавливали отдельно уже декодер PAL. В каком он году? В 93-м, 94-м году почти декодер изготовлены. Скорее всего, тоже. Ставили где-то в 95-м, 6-м ли уже ставили, когда полным ходом видики пошли. Так что вот. Здесь петля у нас такая жирная. Сейчас такой телевизор мечта металлиста, чтобы добыть медь, петлю. Ну и также иногда бывает еще и добытчики кремок. Ну, здесь практически в этих телевизорах кремок не наблюдается. А нет, есть он. Кремка на декодере PAL, две кремочки. И, по-моему, видим рыжую кремку на модуле светности одну. Это были такие партии. Было и побольше их. Попадало утыканное. То, что в 90-х годах телевизоры там уже производство, дефицит были. Производство больше было налажено и пихали что. КМ-ки, не КМ-ки, там все подряд. Такие телевизоры. В принципе, тогда возможно было, как говорится, на этом, на рынке, толкучки, или как ее называли, почти поехать в Омск, можно было купить полностью телевизор по запчастям. Если зайти с утра, то там все этим было завалено. Значит, кто-то продавал, просто скажу, вот корпус, 4 доски, кто-то лицевую панель там продавал, кто-то заднюю стенку отдельно продавал, кто-то, значит,
кто-то мог так вот шасси в сборе продавать, кто-то там, значит, по модулям мог продавать, модули различные продавать. Кто-то просто вот эта рама металлическая. Вот. Эти телевизоры буквально что-то выложили, все скупалось молниеносно, как можно сказать, что быстро это все расходилось. Я одно время историю расскажу сам, когда-то собирал такой кварц, в общем, купил корпус, вот эти четыре доски. Купил лесовую панель отдельно, купил заднюю стенку, купил отдельно блок управления. Также купил отдельно кинескоп и собрал телевизор. Кинескоп мне пришлось везти с Москвы. Шасси, по-моему, что-то у меня было уже. И получилось мне, да, собрать полностью телевизор и продать тогда его. Практически очень быстро было. Многие так и занимались, скупали на рынке все комплектующие. Ездить приходилось туда в то время на поезде. Туда-обратно, когда приезжаешь утром на рынок, закупаешь какие-то детали, какие-то блоки для ремонта или еще. Возвращайся с рынка на вокзал. И на вокзале можно было видеть такие вот корпуса. То в одном где-нибудь углу стоит с корпусами. Там бывает 2-3, по 4, когда корпуса. Человек там везет. Вот. Можно было там видеть, было в Омске в вокзале. Как везли эти корпуса, покупали там, как говорится, ходишь по вокзалу, там где-то бывает 2-3 корпуса, где 4 стоит. Вот люди, видать, покупали комплектациями, везли где-то, собирали телевизоры, видать, дома. Скорее всего, покупали всю комплектуху. Комплектуха, наверное, может складываться в чемодан, корпуса с крышками, просто крышка вовнутрь связывалась и так везли. В общем, на рынке это все можно было купить полностью по запчастям телевизор. Было разно, продавали по-разному. Кто-то можно было целиком шасси с боли купить, кто-то можно было купить как телевизор без кинескопа. Было по-всякому разному продавалось. Кто-то почастично там покупал. Вот когда это с телевизорами была напряженка, все это раскупалось моментально. Когда заходишь утром на рынок, очень всего полно, да, полдня уже по телевизору никаких деталей было уже не найти. Что успеешь, то и купишь, что не успел, значит все. Ждешь там следующих выходных. Наверное, скажу, там весь завод торговал этих комплектаций. То, что в то время что, импорта нет. Наверное, телевизоры выпускались вплоть до 95-го года, скорее всего. Вот этот кварц. Может, до 94-го, 95-го, там точно не уверен. Ну, скорее всего, кто знает, может, в комментариях напишет. Очень такой вот, как говорится. Так, более телевизоры менее были надежные. Но выходили из строя блоки питания. Иногда от скачков напряжения. Но редкий раз что-то с разверткой там было. По модулям светности это тоже редкость. Часто выходили в этих телевизорах СКД-24. Давал какую-то утечку. И приходилось как бы настроить телевизор и
частота уходила, и приходилось нам подкручивать, постоянно подстраивать. В общем, где-то по варикапам утечка шла, и когда снимаешь СКД, тогда телевизор работал исправно. Либо СКД этот вообще убирали, либо, если он не нужен был, либо что-то с видик, то приходилось его менять на другой СКД, кто пользовался видеомагнитофоном. Когда не у всех был низкочастотный вход. Вот у нас гнездо низкочастотного входа. Ну, телевизор был популярен в свое время. Как бы сам я таким телевизором Quartz, по-моему, меня не пользовался. Я пользовался рекорд C275. Был уже, ну, Quartz просто я один собирал на продажу. Когда я привез по комплектующим, собрал. Этот у меня Quartz. Тогда еще с телевизорами проблема была в магазине. Его просто у меня быстро забрали. Скажу, что, в общем, небольшую историю расскажу. Значит, приехал у меня один дед, искал телевизор купить. Я им включил, показал. И так он мне его не купил. И уехал. Значит, этот телевизор, данный телевизор я выставил там через магазин. Проходит где-то года два, вызывает этот же дед. Что-то телевизор не идет. Приезжаю, смотрю, мой телевизор стоит. Я им все так сказал. А что вы меня-то не покупали телевизор, вы же его и смотрите. Было так. Значит, этот телевизор данный, который собранный мной, работал, наверное, лет 8. Даже ни разу в ремонт не попал. Владелец телевизора умер, его забрали родственники, и еще он у них работал, наверное, 3 года. Такой Quartz, потом он еще куда-то ушел по рукам, понятно. В общем, была такая интересная, что сборка, телевизор проданный, работал долгие годы. Вот, что попались хорошие комплектующие дать. Телевизор как танк надежный был. В общем, все вам рассказал про эти телевизоры. Пишите комментарии, ставьте лайки. Может, у кого-то из вас был этот телевизор Quartz омского производства, как говорится. Их очень много было выпущено. Выпускался, если с 88 по 95 год, то их было довольно много выпущено. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. На этом все. Всем пока.